Привет, исследователи, обзор дешевой еды. Опять киманго, по-моему, Бразилия. Небольшие по размеру. Крепкие. Они крепкие. Манго должен быть крепкий. Ну, желательно. Мягкий — это уже старый. Стоит 20 рублей, около 20 рублей, по-моему. Ну, чуть дешевле там было, по-моему, 19. Весит он, как я понимаю, грамм 200, то есть килограмм 5 штук, 20 на 5, 100 рублей. В пятерках продаются манго 240, по-моему, рублей килограмм, точно такие же. Вот, дефектов нету вообще, но бывает какое-то пятно маленькое. Ну, это не гниль, а типа просто ударено, удар с этой стороны произошел. Вот, здоровая, конечно, семечка, остается где-то грамм 100 мякоти. Ну, все равно хороший фрукт, ну, а цена 100 рублей за килограмм. Это просто отлично для манго. И тут и выбирать особо не нужно. Ну, вот такое вот место. Его можно вырезать в крайнем случае. Так, и, в общем-то, все пока что. Пока я ничего больше не покупал. Спасибо. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Ну, еще я уже потом что-нибудь интересное покажу в роликах. Пока, исследователи.